Кто принес повторение святого имени? Господь Чайтанья дал нам повторение этого святого имени. Веды уже описывали этот метод и даже описывали повторение Хари Кришна Махамантры. Но это Господь Чайтанья, кто особенно наставлял своих последователей, наставлял нас повторять Хари Кришна. Он очень-очень милостивый, и его милость есть там, в святом имени. Перед тем, как мы начинаем повторять святое имя, это очень помогает, если обращаться к Господу Чайтанье и его спутникам. Когда Господь Чайтанья пришел, он пришел с четырьмя другими спутниками. Это Господь Чайтанья, Господь Нитьянанда, Адвайта Ачарья, Кадетхар Пандит и Шивас Такур. Пять. Они называются Панча Татва. Панча означает пять. Татва – реальность, истина. Панча Татва означает эти пять личностей. И существует мантра, которую мы можем использовать, чтобы обращаться к ним за помощью воспевать святое имя чисто. Вот так она звучит. Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта, Гададха, Шри Васади, Гор Бхактивинода. Шри Кришна Чайтанья – это Господь Чайтанья, Прабху Нитьянанда – Господь Нитьянанда, Шри Адвайта – это Адвайта Ачарья, Гададхара – Шри Гададхар Пандит, Шри Вас – Шри Вас Такур, Ади Гаура Бхактавринда означает «все другие преданные Господа Чайтаньи». Шривас, он главный над всеми другими преданными Господа Чайтаньи. Итак, это очень-очень могущественная мантра для помощи нам освобождаться от оскорблений и воспевания Хари Кришна Маха мантры.